3 тонны мусора удалось собрать жителям Карагандинского района имени Алихана Бөкейхана в рамках экологической акции «Таза Казахстан». Участие в ней приняли члены партии «Аманат», работники домов культуры и студенты. Они отмечают, что выступают не только за чистую территорию, но и за экологию в целом. Десятки добровольцев вышли навести порядок на улицах Караганды. Вооружившись мешками и перчатками, они очистили окрестности города, скверы и дворы жилых многоэтажек. Прежде чем начать уборку на локации, все прошли инструктаж, ведь сортируют мусор на месте. Есть отдельные мешки для металла, пластика, бумаги и отдельные мешки для отдельных видов мусора. Главная цель организаторов – не только уборка, а формирование экологической культуры молодежи и жителей в целом. Президент сказал, город должен быть чистым, но не только чистым, а экологически чистым. Поэтому вот 6 октября пройдет референдум по постройке АЭС. Я думаю, что это нужно стране, это нужно нашим городам, чтобы был чище и светлее. Но жители, я призываю приходить и выходить на улицы и чистить город сами. Потому что возле каждого дома есть всегда мусор. Убирать, тем самым мы просто уберем этот мусор вообще, чтобы мы его не видели, чтобы его наши дети, наши внуки никогда не видели. В этот день участники акции собрали свыше 3 тонн мусора. Участие в ней приняли члены партии «Аманат», работники Дома культуры, а также порядка 100 студентов. Напомним, что экологическая акция «Таза Казахстан» стартовала в стране прошедшей весной по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. Она будет продолжаться весь год. Глава государства отметил, что стремление к чистоте и порядку должны стать чертой национального характера, как гостеприимство и доброжелательность. С начала экологической акции в ней приняли участие более 3 миллионов казахстанцев. Они привели в порядок сотни тысяч домов и вывезли больше 1 миллиона тонн мусора.